Закройте ваши глазки. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Глубокий вдох. И глубокий выдох. Задумайтесь в моменте, о чем ваши мысли. Что именно крутится в вашей голове и не дает вам покоя. Прямо сейчас отследите ваши мысли, о чем вы думаете сейчас, о чем вы думали весь этот день. То, о чем мы думаем, теми мы и становимся. Прямо сейчас подумайте, вам нравится ваше будущее, которое вы создаете прямо сейчас своими мыслями, переживаниями и сожалениями. Когда мы переживаем и сожалеем, чаще всего мы сожалеем об упущенном времени. Нам может казаться, что время еще не пришло для исполнения своих замыслов. Может быть, не подходящее состояние, нет ресурсов или чего-то все еще недостаточно. А что если прямо сейчас то самое время, когда нужно действовать и изменить свой жизненный путь? Сделать шаг в сторону того, что действительно может изменить жизнь. Сейчас нам может казаться, что время не пришло, что у меня все еще впереди. А если? А что если, может, уже прошло? Тот самый момент остался в прошлом. И еще минуту назад можно было все изменить. Вот задумайтесь над этим. Если момент уже упущен, и то, о чем вы мечтали, хотели или боялись мечтать, уже никогда не произойдет. А что, если это именно так? Просто осознайте это прямо сейчас. Отследите, о чем вы думаете каждый день своей жизни. Ведь то, о чем мы думаем, теми мы и становимся. И время настолько быстро сейчас течет, что в течение 3 месяцев ваша жизнь меняется. И то, о чем вы думаете, такое будущее вы себе и создаете. И прямо сейчас освободите свою голову от тех мыслей, которые не ведут вас к вашим целям, уводят вас с истинного пути. С вашего пути предназначения. Прямо сейчас вы можете выбрать то, о чем хотите думать.
Примите решение. Сделайте выбор, что вы будете проживать в своей жизни. Чем ее наполните? Злободневными бытовыми заботами? Или создадите прекрасную, счастливую жизнь? Какой будет ваш путь, решать только вам. И сейчас это самое лучшее время, чтобы сделать выбор и принять важное решение в вашей жизни. И начать, прямо сейчас, начать жить свою жизнь. Ведь возможно, вы все еще не сделали свой первый шаг для того, чтобы пробудиться и начать жить своей жизнью. Какой выбор сделаете вы? Прямо сейчас подумайте, от каких мыслей вам нужно освободить свою голову. И о чем вы выбираете думать? И то, что происходит в вашей голове, это все еще ваш выбор. Побудьте в этом состоянии столько, сколько вам необходимо, и как готовы будете возвращаться здесь сейчас. И как вернетесь, напишите, о чем вы думали, какой ваш путь, что вы считаете, упущен ли у вас уже шанс изменить свою жизнь, или же вы все еще не начали жить.